Здравствуйте, друзья! Это Анапа, вы на канале Альбатрос. Снимаю одним кадром вот эту вот замечательную квартиру, в которую вы можете заехать в сентябре. В сентябре она освобождается. Очень такая хорошая квартира, все есть необходимое, с любовью сделано. Человек ее делал для себя, использовал очень хорошие материалы. Посмотрите, вот какой здесь пол замечательный, по нему очень приятно ходить. Гардеробная. Да, это я, кстати, попал в кадр, но это хорошо, чтобы вы знали, что это я снимаю, действительно. Тут все необходимое тоже. Гладильная доска, сушильная сушилка, подушки, одеяло на всякий случай. Ванная. Вернее, не ванная, а душевая. Душевая кабина. Стиральная машина. Очень хорошее зеркало. Опять я здесь. О, как оно светится. Смотрите, красиво. Если выключить свет, вот так вот здесь становится уютно. Теперь перейдем в кухню. Кухня, и здесь вот второе спальное место. Также есть кондиционер. Еще один телевизор. Кухня. Набор посуды. Все необходимое есть для жизни. Холодильник вот такой вот шикарный. Еще внизу морозильная камера. Тут посуда. В общем, посудомоечная машина. Плита. Газовый котел. И очень многие люди отмечают и ценят это панорамное остекление. Вид на Анапское шоссе, и там на горизонте горы. Их сейчас плохо видно в дымке, а вообще это начало Кавказских гор. Пишите мне, друзья, прямо в комментариях, пишите на электронную почту, звоните, вы знаете, как меня найти. Пожалуйста, заселяйте. Очень хорошая квартира. Рекомендую.